Ребята, там низина, тут повыше, по суше, хорошие сосны высокие. Песок, с камешками, все, все есть, полянка есть. Это место надо запомнить. Лоси ходят. Такое хорошее местечко для охоты. Ребята, а ведь галечником-то пользуются птицы. Листьев прошлогодних нету. Вот как выглядит прошлогоднее место. И как свежее. Ну я сейчас поковырял вот здесь. А тут-то я не трогал, смотрите. Они берут песок, берут камешки. Блин, это ловушку. Только на штатив, если ставить. На скрутку с деревьев. Березы убирать, чтобы ветки не активировали лишний раз эту ловушку. Да-да, можно поставить. Но сейчас мы сделаем еще кое-что. Поставлю-ка я трави. Сейчас я поставлю траву. Если птицы будут приходить сюда, они у меня эту траву уберут. Вот так. Раскидают ее. Посмотрим, что будет. Ну, можно, можно поставить, если уже на крайняк ничего никуда не получится с лисой, с норой лисей, то можно потом сюда будет прийти. Ребята, я решил поставить вот эту ловушку. Не буду я сейчас ходить до норы. Но я схожу в холостую, посмотрю. Если что, поставлю другую туда. А эту сейчас поставлю сюда. Вдруг повезет. Итак, вот. Это придется все срубить. Да, будем ставить сюда сейчас. Так. Эти деревья далеко, вот эти как раз, но низковато. Может, придется и забить сюда свое дерево. Ладно, приступим. Первым делом топор достанем. Ну, чтобы фотоловушка лишний раз не включалась. Не, сюда тоже нельзя, как фотоловушка будет качаться, надо будет забивать кол крепкий. Вот эти деревья сейчас убираем. Они будут мешать нам только. Это они пойдут под маскировку фотоловушки. Объясню, почему я их убираю. Когда ветер будет дуть, они будут качаться, только лишний раз будут включать фотоловушку. Это будет сажать батарейки. Ну, нормально. Сюда тоже нельзя ставить, будет качаться. Но можно рядом забить колышек и поставить на колышек, а этот ельник использовать как маскировку.
Да, будем использовать эту елку как маскировку. Сюда вот забьем колышек на нее, в эту ловушку, и направим сюда. О, вижу. Главное забить вот это покрепче, чтобы ветром не качало. Любое качение сильное, все, камера включилась, что-то снимает этот воздух, ветер, шум, гам, батарейки садятся. Это нам не надо. Так вот. Лишнее все убираем. Нам не нужно, чтобы камера в холостую срабатывала.
Смотрите, ребята, вот теперь вот в зону действия вот этого ничего не должно попадать. Вот это уже может попадать. Вот это уже может попадать. Это надо будет подрезать. Снег пошел. 23 мая, офигеть. Ну чё, сзади не очень видно. Мы еще сейчас сделаем вот так. Вот эти веточки. Будем прятать ремень. Ну учтите, ветки подсохнут, это наоборот потом будет палево видно. Рыжие веточки на зеленом. Вот так вот. Так, уровень нормальный. Сейчас инструмент убираю и включаю камеру. Вот это тоже может активировать камеру. Ну ладно, бесконечно тут тоже все убирать не будем. Тут, там уже далеко, но она берет и больше расстояния. Просто как раз пускай она бьет нам сейчас сюда. Сюда может и не додеть, не взять. Ну так, что, инструмент убрали, камера у нас подготовленная. Сейчас ее активируем и уходим. Приходим через 15 дней. Так, включаем тестовый режим. Камера включилась. Время, дата, батарея, температура, все нормально. 1 час 21 минуту свободного времени для записи. Все, активируем. Лампочка заморгала. Все, закрываем. Надо зажим подтянуть, поджать, слабо уже зажимает. Надеюсь, качать не будет сильно. Елка маленькая, сильно не качается. И веток никаких сильных нету, которые могут мешать. Вот это уберем. Блин, мы попали под камеру. Но это наоборот плюс. Я всегда так стараюсь сделать. И когда приду, я еще залезу под камеру. Тем самым проверяю, сработала ли она в начале, как я ее поставил, и в конце, как я пришел.
показывает половину заряда, а простояла она у меня 10-13 дней. Сняла, как я сейчас пришел, и 59 кадров еще. Срабатывала на ветер. Вот на ту елку качается, срабатывает. Но только при сильном ветре. Какая-то птица есть на пархалище. Я на маленьком мониторе не могу разглядеть. Кажется, глухарка. Большая птица. Да, это глухарка. У нас получилось. Ребята, это круто. Фотоловушку будем оставлять дальше здесь. Она прям села и камешки. Все. Меняем. Батарейки меняем, карту памяти.